Всем привет! Меня зовут Катя Скибина. Катя, я ветврач и совладелец питомника Татейлит. Вот, владелец вот этого кота Галларда. Ему покупала такой ошейник, он у меня пугливый. Вот, покупала в шиншилке в магазине у вас вот такой ошейник бифаровский. Он на основе валерианы и лаванды. Но это не значит, что котам нужно валерьянку давать на основе эфирных масел. Вот, вот к нему инструкция. По поводу его действия, да, он действует. Он не действует, как прегабалин, допустим. Он действует мягко, но кот у меня ручной стал. Ну, стресс он получил во время второй своей выставки, но на первой он был нормальным, он есть у меня на Фейсбуке, вот везде, а во время второй выставки просто он, ну, Галлард, ну, он чуть-чуть побаивается, но он уже не так прячется, от меня убегает. Вот, спасибо зоомагазину «Шиншилка» за то, что вы есть, я всегда с вами. Вот еще раз ошейник, вот такой у них покупала, с лавандой. Ну, лаванда применяется и в человеческой медицине. Есть таблетки на основе лаванды, не помню, как называются, и они тоже работают. Вот, спасибо, извините за много букв, но спасибо зоомагазину «Шиншилка» за то, что вы есть. Я вас люблю, обожаю, и это не просто видеоотзыв, там какая-то лесть, я всегда искренне. И то, что я советую, как бы я всякую ерунду советовать не буду. Если будет что-то, то, что мне не нравится, я буду говорить критику в сторону этого товара и продукта. Все, всем пока. С вами Катя Камбеликса.